Кириакос Пападополос, который висит на желтой карточке, под пятым номером действует. И немцы тем временем проводят атаку, которая завершается тем, что мяч уходит за пределы защиты под 18-м номером. И вперед выдал Димитрис Салпингидис, у которого 14-й номер на футболке. А немцы тем временем, едва не который пропускает эту встречу из-за перебора желтых карточек, сказал: пенальти, а почему бы и нет? Да пожалуйста. Тым Пападополосом и Кириакосом не разобрались. Он находится, что греки могут дотянуть до пенальти. Это один из очень немногих шансов греческой сборной. Теос. В этом составе только у Клозе 120 теперь, Подольский 100 и 93 у Швайнштайга. Обед немцы, три ничейных результата, греки у соперника еще не выигрывали. Равно как и поляки, которые могли быть на... Уже есть один удар по воротам. В статистике когда-то его насчитали. А это пас, это не удар! На выход Клозе. Не точно. Уверен, что именно так сегодня все и будет развиваться. Швайнштайгер. Рядом Азер. Справа Хидира. Еще дальше Батен. Убежал чуть ли не к чужой штрафной. Шурле. Можно попробовать пробить. Удар! Сифакис спасает свою команду. И защитники приходят на помощь. Месут Озил покатил очень мягко. Мяч практически по центру. Таким ударом даже греческий смог, конечно, зажмуриться и броситься в противоположный угол. Но этого не случилось. Швайнштайгер. Озил. Подача. Направо. Озил. Входит в штрафную. Шурле. И бьет. И вновь. Озил справа. И снова может прострелить, подать, войти в штрафную. Откатить. Нет. Не достал. Кто? Клозе бросался. У Клозе голевое чутье, дай бог каждому. Не дотянем. Еще одна подача с угла поля. Сам Озил. Как-то сбавили давление немцы. Они мячом владеют, но опасных моментов в ворот Сифакиса немало. Сегодня ничья 0-0 греков устроит более чем. Озил справа. Так они и менялись. Ревчем. Ни одного углового, ни одного офсайда. Ну и пока совсем немало фолов, несмотря на имеющуюся... О, сыграно чисто. Швайнштайгер в отборе. Озил. Длинный перевод на Лам. И мяч доходит до... Нет, там даже не Лам. Не видно отсюда, кто же это. Хидира. Играет на коротке. В обводку идет Германия. Сами Хидира из-за пределов штрафной. Сифакис не очень надежно. А греки даже еще и не выбивают мяч на угловой. Ну, уверенность в себе у Эллады сегодня. Шурли против Тарасидиса. Не точно. Кацуранис падает, да, и арбитр назначает штрафной удар. Кацуранис отметил перед... Нужно отдавать назад. Озил играет с Хидирой. Месут Озил. Ботенг справа и... Озил. Возят, пока немцы не соперника, но мяч. Лам! Удар Лама! 1-0! Капитан! Хватает мяч! Перед штрафной площадью соперника и запускает его в дальний угол. Ну, удар-то классный удается Филиппу Ламу. Защита пошла вперед. Если греки выйдут в полуфинал, вернется Карагуни. Разыгран. Озил. А вот теперь последовала подача. Противостоять мощнейшему натиску команды Йоахима Лео. Немцы. Сантуш, главный тренер греческой сборной. У Германии пока без замен. Нойер в воротах. В защите Нойер первый. Баштубер 14-й. Тарасидис переместился. Ушла в небытие, и ничто не мешает ему. Лам отметил перед матчем, что Германии нужно чемпионат Европы. Я это признаю, я это не отрицаю. А немцев едва ли не самые сильные. В всяком случае, мне они казались мощнее испанцев. И сейчас ничья.
Казанцев рассказано и написано уже столько, что повторяться не хочется, но у Ирландии 7-2-1, вот, к примеру, сейчас у греков стоит. Греков единственный футболист, который освобожден от всяческих оборонительных действий, даже когда... Швайнштайгер, пас направо. Еще дальше на Боатенга. Ух ты! Вот это гол! Сами Хедира с лету! Кто бы мог подумать? Казалось бы, обычный навес Жерома Боатенга. Греки стояли, смотрели. Хедира забивал. Боатенга. Еще один подкат от Костаса Катураниса. Клозе на 11-метровый караулит, но мяч ему даже не послан. Назилом Сократис Папастатопулос что-то пытается выговорить. Если утративший чуть-чуть лоск по сравнению с ожиданиями болельщиков, то во всяком случае теперь уже это и не имеет никакого значения. Мирослав Клозе, человек-гол, находит в штрафной площади соперника мяч и... Замысел седьмого номера немецкой сборной. Нет положения вне игры. Навес. Ветеранов в составе сборной Греции. 36 лет этому футболисту. В августе исполнится 37. Последовал еще и мяч Мирослава Клозе. Назил. Клозе! Клозе! 4-1! Германия все-таки... Доводит дело до крупной победы над греками. Греки устали. Греки сделали все, что могли, и не устояли под натиском невероятно мощной команды Германии. Марко Рео. Дружину Йоахима Лёва. Розин. Штрафной. Прямо по центру. Метров около 28-30. И желтая карточка 19-му номеру. Это Кирекас. Долго греки пытались сопротивляться, но все-таки удержаться против этой Германии не смогли. Назил. Филипп Лам. 22 удара сборной Германии уже нанесла по воротам соперника. 5 это как минимум. Близко к тому. Назил. Месут Озил. Удар. Сифакис. И опять не фиксирует мяч. Гомес. Соколом Сапсаном бросился к этому мячу. Чуть-чуть не успел. Уже отмечали и отмечают все без исключения специалисты. Гомес! Озил! И опять отпустил мяч от себя Сифакис. И снова шанс для Гомеса. Скорее всего, она, конечно, к ним придет значительно раньше, чем в сборной Греции. Но сам факт. Азил фалит на Столпенгидисе. Играть еще около 3,5 минут. Я подвел интересным. Это Димитрис реализовал.